Гей, куда-то туда. Но так же не ходят. Это европейские правила. Паркировка. Интересно. Но, наверное, играть по своим правилам не совсем честно. Став султаном, ты будешь думать иначе. Мне переходить? Сулейман, я понимаю, что тебе тяжело видеть, как мы с твоим отцом спорим за трон Баезида. Дедушка выбрал тебя, а его слово закон. О чем вообще здесь спорить? Когда-то мы дружили с твоим отцом, но его жестокость и амбиции... Я слышал эти сплетни, дядя. Что ж, мне пора на встречу с визирями. Продолжим игру в другой раз. Ты пока непонятно, он хороший или не очень. Время. Эцио. Дарик продает оружие местному барыге. Мануилу Палеологу. Барыге? Палеолог. Это не к добру. Последним императором Византии был Константин Палеолог. Если его наследник собирает армию, да, конфликт неизбежен. Тарик знает, куда отправляется оружие. Если я найду его, то выйду по его следу на византийцев. Он будет в казармах со своими янычарами. Чтобы подобраться к нему, нужно стать одним из них. Не проблема. Не вопрос. Газель, хорошо. Добудь все нужные сведения и убей его. Убить его? Ведь Тарик и твой отец были близкими друзьями, Сулейман. Да, были. Но раз он открыто предал султана, то заслуживает смерти. Интези. Понял. Что ты начинаешь злоупотреблять властью-то своей? Ты хочешь допросить Тарика? Предмет. Ага. Убейте цель из укрытия. Окей. Бля, сорян, я случайно пробежал. Я не хотел тебя портить. По помытому-то куда, ну? Эцу. О. Хулиган, баламут. Так, подожди, а сколько метров тут? Ты что, за мной по крышам пойдешь? Что происходит? Чего? Вы что, блядь, придумали-то, алё? Я просто мимо пошел. А вот и он. Он слишком быстрый! Ёб твою мать! Начинается. Да ты заеб... Блять, еще два янычара. Так, все, пошли. Так. Да иди ты нахуй, слышь, блять, я тебе голову сейчас, блять, откручу. Блять, я думал, это река. Ты заебал. Отъебись от меня. Ну, конечно. Могущественное заклинание. Сико. Окей, переждем чуть-чуть. Фу, бля. Почему у меня нет парашютов? Я, блядь, покупал парашюты. Я покупал 5 парашютов. Где они, блядь, все? Шедевр.
разве не он? Не похоже. Ну где этот Жан Рено? Дамы. Что происходит? Чего, блядь? Чего, блядь? Что за идиотизм произошел? Просто чел толкнул стражника. Началась драка, все расступились, блядь. Что за нахуй? Игра. Ты че, угораешь надо мной? А он опять дерется с кем-то, ты посмотри. Агентам купца Мануила Палеолога просьба связаться с банкирами Динатали и Дероси, а также с купцом Герцогом, Венецианской торговой комиссией и городской стражей. Давай стражники пройдут. Цыганки, вы где? Согласно последним новостям, войска султана в спешке покидают город. Вероятнее всего, султан вернется под защиту стен Константинополя. Не трогайте меня! Не трогайте меня! Вас не должны обнаружить? Пощадите! Пощадите! Это уже что-то перебор. Ну что ты идти-то будешь куда-нибудь, заебал уже. Ща психану ассасинов вызову. Алло, ассасины? Так как он не показался на нескольких важных встречах и переговорах, начальник торгового совета... Ну давай, блядь, иди куда-нибудь. Если вам известно о местонахождении Эммануила... Женщина, не убегай от меня. Ну? Чего? В смысле, блядь, распущена? Кто ее распустил? Я, что ли? Что за бред? Yeah.
поддерживать их морально и денежно. И мы вернем золотой век Константинополя. Напоминаем, что все, кто будет узнать о он рискует не только своей шеей. Я не знаю, как это сделать. Это очень необычно. Потому что я просто на пути даже... Блять, иди нахуй, игра! Иди нахуй, игра, блять! Иди, пизду. Ебёшь. Ай, блядь, второй раз просто за час, блядь, следование опять. Ну что за хуйня? Зачем, блядь, оно нужно, это исследование? Чё встал? Иди, блядь. Только что с чёрного рынка. Гранаты. Убийство в воздухе на Тарике осуществить хорошо. Селим понимает нас. Византийцы, мамлюки, сефевиты. Лишь ему хватает смелости бросить им вызов. Это так. Селим настоящий воин, как Осман и Мехмед. И почему султан предпочел льву котенка? Ахмед тихо спокоен, как и сам султан. Боюсь, они слишком похожи. Защитите нашей империи! Платите им тем же! И помогите найти убийцу, пока он снова не нанес удар! Горе убийце, отнявшему жизнь славного янычара. Враг нашего народа должен быть найден и продан. Дайте вон. Тебе здесь не место. Подозрительно. А у тебя яичишки. Какой стыд, громилый. Вот мощь нашей империи. Безумцы. Он доблестным воином. Эй! Я просто проходил мимо. Я сваливаю отсюда. Я не вызывал подозрения. Надо было ему на ушко шепнуть. Прости меня. Убирайтесь вон, поганый тварь. Почему Ахмед торчит в городе? Он же знает, что его не любят. Он как мотылек, летящий на огонь. Все ждет, когда папаша протянет ноги, чтобы он мог зайти на трон. Слыхали, он Кузнецов со своим акцентом. На нашу поддержку. Никто не догадается, что это ты. Давай. Вообще ни разу. И что же Тарик? И что же Тарик? Никто не догадается, что это Кузнецов. Товарищи, один из наших братьев был убит менее часа назад. Убийца снял с него одежду, а тело спрятал. Внимательно смотрите, что происходит на улицах. Кто-то хочет подставить нас. И мы должны быть готовы. Есть новости с севера? Почему я по центру стою?
как дурак. Селим отступил в Арну. Он понес тяжелые потери. Невероятно, правда? Скорее бы все закончилось. Да, но чьей победой? Даже не знаю. Сердцем я за султана, но разумом за Селима. Ты что, издеваешься, блядь? Я в форме. Чем я тебе, блядь, знаком? Вы что, издеваетесь надо мной? Похоже, еще один тупица. Пойдем, докопаемся до ростовщика. Вообще не подозрительный, стою ворую. Маньяк-убийца получит приз. Что? Тарик, тебе письмо. Жан Рено. Прекрасно. Харикуладе. Оружие прибыло в Каппадокию. Где сейчас стоит армия Мануила? А наши люди все еще с ним? Ивет. Да. Они свяжутся с нами, когда византийцы свернут лагерь. И потом мы встретим их в Бурсе. Кажется, все идет по плану, эфенди. Эвет. Да. Пока да. Моя мать организовала мне женитьбу на купеческой дочке. Никто ее не видел. Она 10 лет из дома не выходила. Надеюсь, не слишком толсто. Что? Большая ошибка. Попался. Чего, блядь? Ты хоть понимаешь, с кем ты сражаешься? А дайте я войду. Жалкие потуги спасти. Yeah.
Отстань. Вы знаете, что делать? Не зевайте. Ох, добивание. А можно камера подохватит чуть-чуть? Чё? Я блок... Я, блядь, блок где... Алло, игра! Акстись! Давайте, парни, выкурим его! Минус же... Минус Жан Рено, окей. Какая печальная ирония. Это и есть расследование Сулеймана. Ты вел дела с врагами султана. Ты ждал иной награды за свое предательство. Я виноват. Но не в предательстве. У меня был свой план. Я хотел нанести византийцам удар, когда они не были бы готовы. У тебя есть доказательства? Да. Смотри. То есть он неплохой? Ты выйдешь на византийцев в Каппадокии. Перебей их всех, если сможешь. Я ошибался в тебе, Тарик. Прости меня. Защити мою родину, ассасин. Аллах Ашкина. Именем Аллаха. Верни достоинство, что мы потеряли. Ядрить. Жан Рено хорошим оказался, а мы его убили. А вот нужно было доказательства собирать. Формы, одни проблемы. А как я должен был в воздухе совершить убийство? Ты что, угорела игра? Здорово. Спаси меня! Скорее, я его теряю! Это что же еще такое? Вот он! За ним! Вот он! Здорово. Я его вижу! Сын, конец тебе! Какого черта? Оставь меня в покое! Сюда! Он не уйдет далеко! По-твоему, от... Я ничего не сделал! Да что ж вы делаете-то? Я свой! Я свой! Какого черта? Оставь меня в покое! Ну давай, доктор! Вот суки. Догнали. А что они так быстро бегают-то? Отстань! Не надо! Дядя, не нужно! Прикройте меня, мужики! Заебёте. Хуй вот он. Хуй нам вот он. Беги! Залезай, пожалуйста. Ну, пока. Ну, пока. Отпустите меня! Я тут ни при чем! Я знаю этого человека. Не знаешь, я переоделся. Прям в прыжке одежду скинул. Прям как Супермен. Гидрить. Статус известный. В его-то возрасте. А есть тут глашатые? Мне надо это... Мне надо от известности... От известности... Пожалуйста, кто-нибудь. На помощь! На помощь! Кто-нибудь!
Да ты, блядь, издеваешься. Обеди! Я его не вижу. Вон там! Взять его! Да, пацаны, отстаньте. Все? Успокоились? Хозяин большого базара и гильдии купцов предлагают небольшую награду тому, кто располагает сведения. Где глашатые? Че, блядь, никого внезапно нету? Че за нах? Не сюда. Обалдеть. То есть я на территорию султана иду, да? Я так понимаю, доложить. Окей. Ну хорошо, просто никого не убивайте. Не встречались ли мы раньше? Нет. А, ну его. Не буду его искать. Блять. Как далеко мне нужно пробраться? Дамы. Какой атлет после ни шагу назад. Да вы идете за мной? Нет. Я вас, блядь, зачем покупал? Блядь, вы что, ебанулись? Я вас купил, чтобы вы за мной ходили, алло. Тут же больноватые. Я мог бы там обойти, конечно, но... Чего? Чего? Прошу-то еще ничего. Но вот Брезаола. Не знаю, кто ее делал, но могу точно сказать. Так сложно. А почему все на меня смотрят? Храну султана ни к черту. Если бы нам было нужно, мне кажется, мы бы его без проблем убили бы. Да ты чё, издеваешься? Уйди, 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 уйди. Чёрт! Он от нас уходит! К
Что? Не думаю, что дело стоит беспокоиться. Думаю, это не так уж важно. Доброго вам дня. Как сюда войти-то? Самое главное, куда войти? Доброго вам дня. Отличный капюшон. Да ты что, издеваешься, блять? Вот он стоит. Пипец. Тарик не предавал нас, Сулейман. Он тоже следил за византийцами. Что? Так значит... Мне жаль. Прости, Аллах. Я не должен был судить столь поспешно. Он до последнего был предан султану. И благодаря его стараниям мы теперь сможем спасти город. О, Тарик, не нужно было ему секретничать. Неужели не было другого пути? Ну, если бы ты не сказал его убивать, может быть, был бы другой путь. Можете мне попасть туда? Да, конечно. Я прикажу снарядить корабль. Хотя, с другой стороны, он сам под прикрытием был. Поэтому... Сулейман! Сулейман! Меня подставили. И вообще, сама незаметность. Помнишь Тарика, Янычара? С которым ты не ладил? Кто-то убил его. Все знают, что мы с ним были на ножах. Теперь Янычар обвиняют в его смерти меня. Ужасные пора тебе, новости, Эцо... Дядя. Да. Когда об этом узнает отец, он изгонит меня из города. О, прошу прощения. Я не знал, что у тебя гости. Это Марчелло, один из моих советников из Каффы. Буонасера. Добрый вечер. Марчелло, мне с племянником нужно поговорить наедине. В общем, корабль будет ждать вас, когда вы решите отбыть. Грация, милый. Спасибо, принц. Мы непременно найдем этого злодея, дядя. Терпение. А зачем он соврал? Это что, какой-то кафирский монах? Я знаю. Другой вопрос. Как теперь отсюда выбраться незамеченным? В смысле? Вот дерьмо. А ну ходим. Я еще незамеченным должен уйти? Ты что, блять, угораешь, игра? А почему я должен незамеченным уйти? Какая нахер разница? Хуй сосин я. Привет, Зебра. Причем здесь этот вообще? Хуй стелс, блять. В задании не было указано, что я должен, блядь, пройти незамеченным. Видишь этих сумасшедших наемников с Дунай? У нас вообще задания нету. Из них между ног больше, чем... Хуй путь. Просто покиньте эту зону. Мне не говорили, что я должен незамеченным уйти. Игра, ты странная. Я ее в текстуру аж зажатал. Все. Да я уже ушел, не переживай. Как он это делает? Ну а что я в итоге получаю? Я ухожу в окружение одних мужиков. Чем кончилось дело, стой? Что в игре, что в жизни, вон на Твиче одни мужики сидят, ведь. Видимо, держал Ер в бою при Лирне. Пожалуйста, простите меня, Эфенди. Известность пропала. Полностью причем. Стоило сказать, что меня зовут Марчелло, все, теперь, блядь, меня никто не знает.
Инкогнито. Инкогнито, все. Напомнила мне о той девчонке в... Допущенные его офицерами тактические просчеты. Привет, Винсент. Да, я теперь Марчелло. Окей, книжная лавка. Нравится поэма. А кто были те люди, которых он отправил в ад? Политические противники, враги. Алигьери бьет точно в цель. Данте, да? Что ли, читаешь? Си. Очень тонкий способ отомстить. Эцио. Я еду в Адрианополь посмотреть новый печатный станок. Это интересно. Это почти в неделе пути верхом отсюда. И ехать одной. Прего? Простите. Извините. У вас, наверное, дела. София, я бы с радостью поехал с вами. Но времени совсем нет. Да, ни у кого из нас. Ну, я попробую решить последнюю головоломку. Но у меня есть одно дело. До завтра подождите. А что вам нужно? Глупость, но мне нужны свежие цветы. Белые тюльпаны. Я достану для вас цветы. Не сун проблема. Уверены? Да, заодно и развеюсь. Бене, встретимся в парке к востоку от Айя Софии. Вы мне цветы, я вам информацию. Идиот, дитя мороженое. Хорошо. Так, хорошо. Идем за цветами. Простите, не убивай. Видишь, что Эцио никогда не спрашивал, замужем она или нет. Он разыскивается по обвинению в мошенничестве. Помогите мне. Проявите... Хотя, наверное, это с его стороны неэтично. Ну да ладно. Данич, ну Данич. Похоже, вы ищете, на что потратиться. Что вам нужно? Опять друг? Твое лицо. Тюльпан. Ты же стражником белый, был. Если есть. В Мусиафе. А, тюльпаны! Простите, только закончились. Может, что-то еще? Нет-нет, больше ничего. Ну ладно. Я знаю, где взять свежих тюльпанов. Вы подождите меня тут, а я вернусь через час, ну максимум два. Я не могу ждать час. Я должен оставаться незамеченным или что? Я должен оставаться незамеченным, ты угораешь? Я просто торговец. Ему-то с чего быть подозрительным? Время невозможно полезнее длить. Моя мать организовала мне женитьбу на купеческой дочке. Игра-то странная. Опять. Прагу, Прагу. Да нафиг, они мне не нужны. Да, это
Блять, не мешайте, ну. Официально объявляем, что все акции в поддержку Византии не имеют одобрения порты и могут стать причиной кровопролития. Законопослушным гражданам... Теперь нам похеру, да? Да, еще один тюльпанчик и пойдем домой. Все, домой можно идти. А денег не надо за это платить? Вы бы это, тюльпан в одном месте, что ли, держали бы? Какой-то странный у вас сад. Все, по каждому углам, по всем углам разбросано. А ты их целыми-то донесешь? Такими прыжками-то. В жизни не видела ничего. Странная миссия, реально. О, пикник. Чего это происходит? Что это? Подарок. Кибелли, грация. Прелесть, спасибо. Спасибо, что дали мне поучаствовать в вашем расследовании. В этом деле любая помощь просто бесценна. Вы так загадочны, Эцио Аудиторе. Мидис пьяче. Простите. Я не специально. Нет, нет. Афасинанте. Это привлекает. Сэмбро Сквизито. Не предсказуемо. Как там последний шифр? А, шифр, си. Я давно разобрала его. Вы скоро его получите. А к чему все это тогда? Че за... Женщина, ты че? Я, конечно, понимаю, что тут такой способ подкатить. Интересный. Я пойду поляну накрою, а ты сходи за цветами. Мне. И в итоге выглядит так, будто бы он цветы ей принес. Да. Какой же я? Я отойду. Да, она молодец. Добрый день. Стоит его остановить? Я вам мешаю. Я пойду. Как непривычно. Я понимаю, что это вроде как старик уже, да? То, что его стариком называют. Блять, с его-то прыткостью. Я хз. Я хз. Странно это все. Сколько идти-то? 200 метров. Ё-моё, как далеко. Она так и нравит ему в трусики залезть.
Женщина слишком коварна. Хотя можно подумать, что со всем этим ассасинством он как бы, да, сам об этом не думает. Да. Я думал, он ее больше оберегает. Бы ей в это лучше не лезть. А чё мы так далеко ушли-то? Так, подожди. Ясно, понятно. Нас ждет четвертый диск, я так понимаю. Залезь, пожалуйста. И? Окей, символ. Хорошо. Достаньте книгу. Куда-то я не туда лезу. Никому нельзя туда забираться. Слеза. Извини, я не специально. Окей, лекарство взяли. Где? На той крыше. Эцо? Старый ты маразматик, давай его. Осторожно! Отлично! И прыгни! Я наверху. Ну и где тут книга? Опять абсолютно та же самая анимация, никто не заметит. Куда ты? Что за шайка? Балван. Как далеко надо идти? И какова причина такого поведения? Эй, иди нахуй, игра. Что за бред? Я даже не подходил. Проходи, я с тобой, брат. Мы его поймаем. Ко мне кидаться. Скорее, он уходит. Вы заедрили, чего вас так много-то здесь? Ёб твою мать, я же, блять, ушел. Кажется, он опасен. Уйди.
Уйди, говорю. Уйди. Все. Нырни. Чему вы меня видите? Все, завязывайте. Идите нахер. Идите нахер, я с вами не разговариваю. Все, уйдите. Согласен, что атаманы хорошие правители. И год. Тебе не сбежать. И не нужно сбегать. Ой, идиотизм. Ой, идиотизм. Как же далеко плыть, жесть. Да. Хорошо, что они не умеют плавать с первой части. Разрабы такие, это... Ну а что, мы еще будем учить стражников плавать? Это же это часы кодинга. Это же, что там, драки в воде придется делать. Не, пускай если они, короче, в воду упадут, они умирают сразу. Все. Ничего не знаю. Пойдет и так. Конечно, вряд ли нужны деньги. Такая-то миссия моя прям. А чё, куда мы плывем? А куда мы плывем-то? Не понял. Подмочил репутацию, да. Куда отплывем? Даже не намок почти. Отомстить за Рено? На кого мы идем мстить? Якудзе? Ага. Девичья башня. Станьте ключом Сиафа, не упав в воду. А, мы за ключом пришли. Все ясно. Тетруланд. В жизни одного ассасина не прошел. Бывает. Не страшно. Сильно ничего не упустил. Окей. Ядрить тут конструкция. Это что еще такое? Что это? Ага. Что это? Телеп. Понять, он весьма однообразный, но история прикольная.
механизм. Вау. Пошел Uncharted. Прыгай, пожалуйста. Твою мать. Да я понял, понял. Срежем здесь. Как далеко нужно бежать? Ну, вроде успел. Ничего страшного. Теперь тут все прогнило. Если PS4, нет, это PS5 версия. Так, а что ты сюда-то повернулся? Мне сюда? Видимо, да. Погнали. Куда бы там меня эта дорога не вела? Assassin's Creed 2, Братство Крови и Откровение есть ремастер. PS4, PS5. Ну и там на пеку. Называется Ezio Auditore коллекция. Окей. Что мы сделали? А ты допрыгнешь? Ты молодец. Допрыгнул. Здесь. Оп. Оп. Эть. 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 Хоп-ба. Да. Они просто код портировали, и все. В принципе, больше они ничего не делали. То бишь, ну, взяли ПК-версию, скорее всего. Ну и подправили код под современные эти.
системы. Все. Вот и ремастер. А что, эта игра на PS3 была? На PS3 она, по-моему, в 720p максимум. Да, боссман, будем. Окей, кажется, синхронизация 100%. В воду я не упал. Уберем всю бильберду. Которая здесь годами лежит. Берем диск. Сколько он будет? В час ночи. 40 минут будет идти. Не представляю, что они будут показывать. Просто по их словам. Вроде как... будут игры первого полугодия 2023. Без понятия, что они будут показывать. Силксонг. Не, ну это само собой. Тут я вообще не сомневаюсь. Пойдем глянем воспоминания Альтаира. Я думаю, с ассасином мы на сегодня закончим. Боссман, не будет никаких ремастеров твоего 007? Они... просто на самую игру-то еле договорились, а ты о чем вообще? На Nintendo 64 версию. Там 100-500 владельцев лицензии на игру. Там и Rare, там и кто там, Warner Brothers или кто-то еще. Еще Nintendo как-то причастны, потому что вроде как они чем-то там... помогали делать. У трех сторон лицензии на игру. Да, сейчас они тебе ремастер сделают. Конечно. Мечтай. Ты кому нахуй нужен? Этот 007. Вот то, что вчера какой-то чувак запустил эмулятор свеча на свече, вот это интересно. Я что-то прям орнул с этого. Эмулятор свеча на свече. Вау. Говорят, во сне он кричит и все время зовет отца. Аббас, как же он жалок. Но это не нам судить. Сейчас что-то будет крутое. Если мастер тронулся умом, я хочу знать. О, да. Вечер добрый. У воды. Присядь. Вот. А, спасибо. Зачем ты пришел, старик? Аббас заслуживает жалости, а не насмешек. Он прожил жизнь сиротой и стыдился своей семьи. Он жаждет силы и власти, ибо не имеет их. Он наш наставник. Он не предал нас, как Аль-Муалим и Альтаир. Чушь. Альтаир не был предателем.
Он был изгнан, бедняга. Это живой. Это вы? Я слышал сплетни. Старик больше на Эцу стал похож. Я бы хотел поговорить с Аббасом. Прошло уже столько лет. Не выйдет. Фидаин и Аббаса не пустят нас в его замок. Настоящих ассасинов тут меньше половины. С чего же мне начать? С нас. Сколько я помню, это лучшая часть этой игры. Просто возвращение наставника. Я прям помню, я на хайпе был, когда эта миссия началась. Соберите союзников, уничтожьте Аббаса. Не убивайте никого, кроме Аббаса. И его капитанов. Окей. Ты говоришь, они жестоки. Он не может бегать. Кто-нибудь из них поднимал руку на невинного? Увы, да. Жестокость этим людям в радость. Тогда они умрут, потому что предали орден. Но тех, кто не забыл кредо, надо пощадить. Доверься нам. Ты слышал сплетни, что ходят по деревне? Про Аббаса и его кошмары? Нет, про Альтаир. А что Альтаир? Говорят, внизу, в долине, какой-то старый ассасин спас жизнь торговцу. И сражался он спрятанным клинком. Все, сплетни, вранье небось. Но все равно Аббасу лучше не говорить. Он же параноик. Окей. А я что, должен был их убить или что? Просто они до сих пор целями числятся. Не понимаю. Понял. То есть я должен их как-то убить. Хотя и ходить еле могу. Окей. Не вызывайте подозрения, было написано. Здорово, мужики. Тебе уж подыхать пора, старый пес. И чё? Вали отсюда! А почему не было кнопки написано даже? Они даже кнопку не написали. Что можно убить? Моя Изидова борода. Чё сказал? Моя Изидова борода? Что? Хорошо. Альтаир здесь? В деревне? Сообщите в замок, скорее! Ассасины! Ко мне! А я даже не знаю, как он выглядит. Самое классное. Это кто был? Какая-то тень появилась и исчезла. Специально сделали, чтобы я наслаждался, да, игрой за Альтаира. Здорово. Учитель. С приездом. Тихо. Мы не хотим его смерти. Я дафи. Сюда! Воу. А нас больше, чем я думал. Жалкое ничтожество. Ты умрёшь. Ты что творишь-то, блядь? А ты дурак? Могли пощадить, друг. Следуйте за мной к замку и не проливайте зря кровь. Ты нахера прыгнул-то? Ну вот, блядь, минус синхронизация. Серьезно? Я просто развернулся в другую сторону. Хотел отойти и ударить вперед. Но он зачем-то прыгнул. Назад в Мусиаф просто. Второй раз уже. Сначала в начале игры. Бля, давай.
Я прям жду финал этой главы. Он супер хайповый. Я удивлен, что его на самом деле так долго не было, но у него сторонники все еще есть. Так странно. Альтаир, 20 лет прошло с тех пор, как ты покинул нас. Сейчас, подожди, сейчас я дойду. Нам особенно нужна твоя мудрость. Внезапно. Я уж думал, с тобой драться придется. Ну пойдем, чё. Мудрость. Вон тех двоих. Вон тех двоих. Как тебе моя мудрость? Прикольная, да? Убить его! Сейчас же! Чего вы ждете? Опять это лицо. Глупцы! Он околдовал вас! Наш наставник вернулся. Беги, Аббас. Беги. Мое почтение, наставник. Аббаса! Безумцы! За тебя и за орден. Альтаир. С возвращением. Мир вам, наставник. Предатель! Возвращение, наставник. Всегда умри! Честь, наставник. За победу до конца, наставник. Кто еще будет сопротивляться? Здравствуй, учитель. Наставник. Добрый день. Отзови своих людей. Нет! Я защищаю Васиан! И ты бы поступил так же! Ты осквернил все наши идеалы и растерял все, что у нас было. Ты все принес в жертву на алтарь своей злобы. А ты потратил годы. А ты, ёпта мать! Яблоко, и мечтай о собственной славе! Это правда, Аббас. Яблоко поведало мне о многом. О жизни и смерти. О прошлом и будущем. Я покажу тебе. Поем! Просто... Чего? Я не смогу простить тебя, Альтаир, за ложь о моей семье и об отце, за унижение, что я вынес. Это не ложь, Аббас. Мне было 10, когда твой отец пришел ко мне. Он рыдал. Умолял простить его за то, что он предал мою семью. Он перерезал себе горло. Он умирал прямо у моих ног. Я никогда этого не забуду. Нет! Но он не был трусом, Аббас. Он вернул себе доброе имя. Надеюсь, за этой жизнью будет другая. Я увижу его и узнаю о его последнем дне. Когда же придет твой час, мы найдем тебя. Как ее борода так растет? Сомнений не будет. Щеки все седые, спереди черная борода. Офигеть. Ну это пиздешь. Я не нажимал кнопку ударить того чувака. Я не знаю, я никого не трогал. Нечестно. Нечестно. Супер хайпово было то, что у него есть пистолет. Потому что он даже видел будущее. Стариком он пытался сделать все, чтобы сохранить братство. В юности я бы назвал его упрямцем. Сейчас же я восхищаюсь его смелостью. Ассасины были всей его жизнью, от начала и до конца. Другой у него не было. Ну, он был странным человеком.
многих вещей не понимал. Как и все по молодости. Да. 4 диска есть. Сохранение. Прошу. Окей.